Всем привет, это опять мы, Лави и Лай, будем проходить дальше. Недавно убили этого, как его? Одинация? Тюремщик. Тюремщик, да. Чё, поздоровайтесь хоть что ли? Привет всем. Привет всем. В атаку! О, просто вот это вообще разрыв мозга просто. Май тут наказывают кого-то. Ой. Чё с лицом? Ребят, сюда идите все. Я сейчас книжечку возьмем. Тихо, не говори мне. Прости, я уже взял. Ничего не возвращай. Смотрите. Ой, да, мне что-то бэкнуло только что меня. Парни, где? Ой, скоро же пуджик. Пуджик скоро. Достойный противник. Вот это град! Вот вообще разнос. Смотри, они просто тупят. Ой, спасибо. Домой. Вообще, меня нормально продамажили. Да, мы тоже так неплохо. Че вы знаете? Ты сам борзый. Нифига. Ребят. Искатели. Блять, там эти. Гоблины. Вот они. И гоблин тут элита, ребята. Блять, один ушел. Блять, корот. Корот. Да я с элитой тут дрался. Какой же ты не элит? Да, мы бы убили. Блин. Я скинул корот. Да. Легендарка ушла. Да, я чувствую, что он не может. Колчан легендарный. Колчан легендарный. Это... Зацени-ка. О, Кара, вот за что такое ведро. Чик, смотрите. О, хороший колчан. Офигеть. Очень крутой колчан. Повезло. Смотри, какой шлем, Кара. Ну-ка. Вот это натуре банк. Нифига себе, вот это банка. Я такую хочу. Слушай, он классный выглядит, смотри. Смотрите вот на это. Сколько хп в секунду едет? 207, да. Нифига себе. 128. Еще плюс удар. Это редкий амулет, конечно. Опа, мне тоже амулет выпал. Редкий. Е-е-е. С отверстием. С отверстием? Да. Для камня? Вам не повезло. Нормально. Кстати, нормально дамажит так. 490% от оружия. Кто? Этот, рыцари вот эти. В сумке нет места. Перетащите перед Закаромом. Не, воины крутые вообще вот эти вот. Они самые бегут. Лучшие, что могут быть. Первые вот эти, да? Там еще лучшие есть такой скилл. Вот как у меня вот этот? Угу. Он тоже офигенный. О, тут книга. Он, кстати, если молодец. Это прикинь. Он не со мной здесь, он у меня рандомно. Ну, в смысле, он. Мне тяжело находиться. А, ну да, он сам ищет цель. Да. Сальто, да, ребят. Вау, новый броник. Куда он пошел? Вот сюда. И на кого пошли. Тут этот. Тотем? Ой, блин, тут.
Да, я спустился. Ускорение, блин, хочу скорость бега лучше. Большую. Просто не смотри. Слишком тяжело. У меня места нет. Я домой схожу, подождите меня. Да. Давайте вместе. Чуй, заподозрил, что это король. Подождите, короче, меня. Айлай молчит про книгу, ай, партизан. Я чуть-чуть он там побежал, я прям сразу. Так я говорю, заподозрили еще. Есть у меня пара новых штучек, которые могут тебя заинтересовать. Жук, да. Чистокровный такой. Блин, а куда летите? Да вон наверху уже. А, да, то есть. Ты телепортируешься на нас, слышь, король? Сейчас. Ты куда ускакал, слышь, блин, попрыгунчик? Читер. Он спидхак скачал, слышь, король, баню. Я понял. Смотри, он просто улетел от меня. Я понял, все, стримы с ним не снимаем. Я иду. Идешь, точно. Я тебя обогнал. Да я в этом, в ведре, мне не жарко. В ведре? Ну я имею в виду, в доспехах. Так, ведет. Чё он вылез? Ну арбалет еще лучше. Да, нормально. О, Попчанский подгорел. Горит, попец. Да. Блин, рецепт надо было изучить. Это вы тоже? Нет. Просто надо было изучить, забыл. Вон потом идет. О, все, пуджик. Ребят, ну, что? Пуджон, подождите, стойте. Прямо в нужде минуточку. Угу. Все, сейчас пойду. Мне надо скиллы поменять. Да, надо что-нибудь на танк взять. Угу. Вместо ярости небес я поставлю себе... О, коня! Обязательно здесь коня надо ставить. Не знаю, кожу поставлю. В общем, пускай останутся. Остальная кожа. Используйте принцип крестоносца на 3 секунды окружать себя и своих советников. Я на месте. Ты в окно, что ли, выходил? Да, а чё, а где еще один? Подожди, стоп. Принцип, где еще один на то? Я не знаю, коров брал. А? Где принцип еще один на то? Лучше на этот, на защиту, я думаю. Значит, мы на защиту все, короче, делали. Пойдем. А где он? Где он? Я не вижу. Что? Вот это вот? Нет. Это надо тоже. Где еще один принцип? В мысли, где еще один? Должно висеть два принципа. Вот теперь вижу второй. Это тоже шкаро, посол, такой же, как у меня. А ладно, все, пойдем, это первый. Ну все, иди сюда, Пуджара. А где же? Не попадайтесь на хук только. О, у него нормальный такой хук. Ну,
Держи напас! Держи напас! Последнее! Я вас по мне тоже на груду доступ. Кольцо и еще что-то. Короче, две легендарки выпало. Да вы читеры. Кольцо и рецепт. Мне опять же. Война. Опять же шлем выпал, Кость. Че? На, посмотри, вот это может тебе пригодиться, не знаю. У-у-у-у-у-у. Здорово. А. Вау! Дайте погоняйте. Вот это круто. А мне беспонтовая шляпа выпала. Так, тихо, сейчас кольцо. Вот это смотрите. У меня есть здесь главный, да? Не очень. Что за говно кольцо? Сюда очень. Подошли. Вы посмотрите, какой реген. Читайте 145 секунд. Еще мне сверху там тоже 128. Еще плюс убийство. Ладно, давайте прощаться, короче. Давайте закончим квест и попрощаемся со всеми. Блин, какая корона беспонтовая. Что ж такое? Стрёмная корона какая. Тебе опять что, корону дали этого? Ну, Лёрика. А, лол. Зачем ты она везет? Мне? Ты просто везунчик корона. Она даже называется сломанная корона, вы представляете? Посмотрите. А, сейчас. Сломанную корону. Чё угораете, что? Сами носите свою сломанную корону. А лови читер. Читак, да. А я подскакал. Это вообще-то эскейп. Да, эскейп. О, братуха, ты как? Не умираю, мой мин. Идем же. Я все вспомнил. Сдавайся, пока можешь. Да, это, короче, тяжело, тяжело было. Много нервов. Я ж вспотел. Я ж вспотел. Нет, нет, нет. Черт, блин. Пойду рецепт изучу. У кого сколько ППС? ППС? ППС, да. 745. А. Сколько? 845. Наушки нет. Повтори. Давай, не выпендривайся, сколько тебе? 950. Я кидаю репорт, я пишу в какой-то батлнет. Ну, у меня 830, ничего такого, нормально. Это еще без... И на тебя тоже пишу. Рупорт. Рупор. А сейчас, кстати, изучите этот нужный рецепт. Рупор. Рупор кидай. Короче, я двуручник могу делать для варвара. Такой, на 23 уровень. Спинкер не крутая. Прикольно. Это натуре как крутитель выбежишь, вообще классно. Ладно, всем до свидания. С вами был Каро, Илай и Лави. Всем пока. Всем пока. До новых встреч.